Детки, конфетки уговорили меня пойти в магазин, когда они выйдут со школы. Ну, короче, все это вышло 88 евро. Ну, понятно, что они там добавили, я на кассе видела. Такая, хоп, еще что-то появилось, хоп, еще что-то появилось. Ну, чек я вам прикреплю. Так. Понятно, на завтрак. Это такие вот кексики. Я на нее любимые. Наггетсы. А, я это не видела. Это то, что я не заметила. Я сказала, что хочет паштет. Так, хлеб-тостер, как уже поняли. Хлеб так нарезанный. Еще тут их батончики 5 штук. Так. Чипсы. Это самые вкусные чипсы в Меркадоне, я так считаю. Да? Ладно. Любимая колбаска. Сметана, их должно быть 3 штуки. Пока вот она первая. Уже успели открыть клубничку. Кстати, клубничка! Клубничка такая, она классная. Аж мне нравится. Так, еще один вид колбаски. Колбаска. Кстати, еще одна должна быть. Угу. Натилья. Натилья. 2 штучки. Ну, им в школу. Молочный коктейльчик. Ага, все-таки они взяли 2 вида сосисок. Я сказала этот, а они взяли 2 вида. Не, я не спрашивала я. Угу. Масло я втихаря добавила. Думаю, что мне что-то не выходит по расходам. Ладно, конфетки я разрешила взять 2 упаковочки. Сардинка. Типа шпроты, но не шпроты. Ну, это уже стандартненько. Сырочек. Мороженка, вы такое уже видели, этот сок, который нужно замораживать, и дай бог все будет. Ну, зелень к салату. Колбаска Александры. Так, что у нас еще тут? А, еще вот эти вот, это что у нас? Сырные палочки. Финджерс сырной. Бекон, это я. Кстати, вот они. А, это ты с беконом? Ну, ладненько. Вот они еще 2 сметанки, поэтому у нас, в общем, 3 сметаны. Кстати, похожи на нашу сметану, поэтому я всегда ее беру и советую. Семечки уже чищенные. А, то, что я говорила, должна быть еще одна. Не знаю, где вторая, ладно. Опять сыр. Ну, тут я уже с идеями. Крабовые палочки. Да, видите? Кстати, я делала в прошлый раз из них, и они мне именно эта серия, да, она мне понравилась. Так, что у нас тут? Вот где все помидоры? А, вот один упал. Сумки попадали. Короче, помидорки такие. Помидорки. Такие. Что у нас? А, это сливки. Сливки. Куда мне это складывать еще? Куда без оливкового масла? Ну, у нас салат только с ним, поэтому это нормально. Сейчас будут готовить отбивные. Я сказала, что у меня нету масла. И наши любимые отбивнушки. Так, что еще у вас там есть? Томат. Так, 3 вместе, ладно. Морковочка. И йогурт. Такая упаковочка. 12. Сколько здесь? 16 штучек. 16. Так, вверх ногами держу. 16 штучек. Вообще-то вот так я сходила. Я думала сегодня потратить максимум 40 евро. Но селяви, будет так. Теперь это все в холодильник. Ладно, вас целую. Это, так скажем, ответ для людей, которые хотят переехать в Испанию и не знают, сколько стоят продукты. Прикреплю еще и чек. Пока!